И всем привет, с вами Нидерамос, и у нас с вами снова нашествие пиратов. Так, закрываем NPC. NPC. Вы что делаете, умники? Да ну. Ты, да ну их куда подальше. Где мои пираты? Я сейчас фармил в подземном мраморном биоме, где до этого я вам показал двух ледяных мимиков. И, собственно, ой-ой-ой. Ну, собственно, там я пытался нафармить себе этот набор брони этого гладиатора, который гоплит. О, здорово, пират. Я совсем не забыл, что ты уже... Куда собрался? Ха. А, попугай. Опасный попугай. Угу. Черт. 15 золотых взял, тупо взял и спер. Ну, сам сдох. Ха-ха. Вы сюда не подходите больше? Ё-моё. Конечно. Ты угораешь, да? А, это... Я пытался, это снова капитан уже. Нас поджидает. Свинку. Отсюда. Иди сюда. Кто еще? Кто на меня? Эти подсолнухи я убрал, поскольку они уменьшают спаун рейт мобов. А мне это не очень подходит. Вот, кстати, медузи голову выбил. Как-то она, скорее всего, она актуальна только до хардмода. Поэтому сейчас у нее эффективности вообще никакой. Опять капитан. Вау-вау-вау. Подходи. Ух ты. Просто такой тупо взял, выстрелил один разочек и все. Ну, конечно, защита моя не особо сильно помогает. Потому что мобы, видимо... А! Собственно... Погиб-то в основном нижний ряд. А. Джонни? Кто такой Джонни? Почему он ушел, а не помер? Медсестру убили. Печально. Ух ты. Пираты. Откуда же у вас тут столько? Не пошел ты?
Блин, ничего себе их там. Обалдеть. Ну, сейчас он соберет наши деньги. 8 золотых забрал. Не, ну, все-таки, несмотря на нашу всю крутую экипировку, пираты нас все еще разносят. Ну, кстати, что-то до сих пор голландец не прилетел. А вот и он, кстати, походу. Да? Голландец, ты где? А вот ты где. Вот ты где, ребят, а? Воу-воу-воу-воу-воу. На то рано я здесь решил. Так, минус одна пушка. Неплохая дорожка, чтобы фармить этого голландца. Особенно учитывая, что десант не может зацепиться здесь. По какой-то причине. Кстати, это... Что там лежит? Я не понял. Ничего себе. С кого-то выпал трофей летучего голландца. Забавно. Я, кстати, посмотрел по вики. У голландца очень низкий шанс дроп чего-либо. Там, разве что трофей может дропнуться с более-менее нормального шанса. А вот на эту очень низкий шанс идет. Такс. Ну это вообще не в тему штуковина. Поэтому мы тупо идем вниз. Ой, куда ты меня? Меня куда-то унесло. Пираты, вы где? Вот вы где. There you are. А, капитанище. Иди ты к черту, стрелок ворошиловский. Хотя куда тебе до ворошиловского-то? Так, голландец, иди сюда. Кстати, трофей-то летучего голландца надо забрать. А, наверное, трофей каким-то образом выпал с этого, с пушки, которую мы убили. Десятый попугай. Так. Ну где вы там? Че, не вы? Вы-то мне даром не сдались. Ты кто меня так? Ну, корабль там что-то влепился. Забавно, конечно, так получилось. Что корабль тупо застревает в дереве. Это что разбомбило мне корабль? Не очень похоже, честно говоря, что это NPC мне разбили корабль. Хотя потому что... Там закрыто. Кто тогда? Ловушки не нужны. А, собственно, у нас уже есть такой клинок. Хотя нет, смотрите-ка, эти спаслись. По крайней мере, часть. Дриада пришла. Медсестра. Давай, подключи нас. Если построил такой домик,
Не знаю зачем, но чисто заселил туда рыбака. Ну, может, чтобы его удобнее искать было. Если он, конечно, будет существовать. Так, только я построил этот дом для рыбака. А так как его сейчас здесь нет, это не значит, что моя сестра, что нужно занимать его дом. Вы вот здесь живете. Вот давайте на утку используем. Выбираешь, да? Выбираешь, гад? Че, вообще пофиг? Ей вообще плевать. Вот утка. Так. В общем, выбил кучу, вот эти две витаминки с гринзонных этих мобов, которые сквозь стены летают. Карту еще одну. Философский камень. Так, кстати, еще одну мясорубку, с помощью которой мы можем вот из гринстоуна делать блок плоти. Где он это? А, наверное, я поставил это в этот же сундук плоти. Плоть и сундуки из плоти. Довольно логично. В принципе-то, если так подумать. Опа. Выключаем нашу стену. Ни один из полезных артефактов не выпал. Никакая. Ни монетка, ни дисконтная карта, ни кольцо денежное. Учитывая, что они могут дропаться только с пиратов. Здорово, пиратов, сейчас скажешь. Могу, конечно, король еще пушку купить. Но, как-то, знаете, не очень. Как-то я хочу это делать. А, я, собственно, выбил еще один черепок Прайма. А, я думаю, мы, кстати, вот ночью вот этой, которая сейчас будет, попробуем сразиться с Праймом на нашей арене. Конечно, короткая довольно. И, кстати, я почти на той же высоте сделал, что и наша эта линия. Ну, арена для скелетрона, который я строил. Для обычного. Забавно, что для Прайма я построил арену размером меньше. Так, ага, это идет сюда. Декоративная одежда. Такс. Шапка. А этот. То есть я могу надеть полный комплект брони, точнее, ну, одежды матроса. Так, ну это не нужно, в принципе. Эта сиерда тоже не нужна. Так, надо сразу забрать. Так, разгребать эту сиерду буду потом. Крейты не нужны. Кстати, ключ выбил. Гринзон. И я почти уверен, что им шанс дропа заметно подувеличивали. Ага, что я еще хотел? Так. Не помню, честно сказать. Что я еще хотел делать? Так, главное надеть это, потому что ботинки вот эти мне не понадобятся. Вот эта перчатка, думаю, мне все-таки уже не нужна. О, кстати. Вот этот у нас NPC практически не умирает, я так заметил. Зелье сразу в избранное. Железный. А, еда. Надо еду взять. Уже сейчас ночь наступит. Какая там рыба? Я не помню, может готовиться. Прямо здесь. А. Здрасте, приехали. Ко мне сейчас босс сам придет.
Что ж, идем на арену. Конечно, это, по-моему, будет не тот, кого я ждал. И с ними, мне кажется, у меня шанса справиться не будет. Здорово. Еще какая-то ерунда. А, кстати, я трофей-то не забрал, да, вот лежит. Так бы и забыл про него. Так. Угу. Что мне из этого еще? Пошли вы, знаете, куда со своими гарпиями. Гарпи, идите со своими гарпиями куда подальше. Хотя, в принципе, в битве с боссами они будут полезны. Если их там какой-то крохотный шанс того, что дропнется сердце вот такое вот красненькое. Ты что к тебе? Это как-то не вариант, знаете. Катериген хороший идет. Здесь лампочек. Чувствую, они действительно хорошую помощь могут оказать. Где? Да что у вас? Подорвало нахрен. О, сколько у него? 35 тысяч. И обязательно надо было поймать эту ерунду. Хм, конечно, как вариант вот так сделать. Уя! Поймал таки. Ага. Надо запомнить. Лестница хорошо помогает их обходить. Опа, опа, опа. Что у вас? А, его сейчас разорвет. Это плохо, конечно. Он очень злой, когда разорванный. Да, собственно, он его разорвало. Ой-ой-ой. Не пошел бы ты? Ну, как думаешь? Спазматизм. А именно так зовут этот глаз. Один из них спазматизм, другой ретинейзер. Вот этот спазматизм. Ретинейзер второй. Кстати, я что-то не заметил особых усложнений атак. Разве что, может быть, они стали чисто сильнее. Каких-то особых новых свойств я у них не заметил. Как, например, новый режим атаки у глазика обычного. Глаз обыкновенного Ктулху. Опа, дыхнул на меня. Глаз. Как тебе там? Спазматизм. У тебя изо рта воняет. Просто тупо воняет. А, ты один остался. Классно. А, надо привыкнуть, что этот стык летает поверху. Иногда как глаз Ктулху начинает намалевываться туда-сюда. Собирался сражаться с одним боссом. Сражаясь с другим. Так вот я его боюсь, что он начнет делать, когда перейдет во второй уровень атаки. Кажется, у него лазер стал сильнее, по идее. И чертовски скорострельным. Так,
это все пытается над нами летать. Ну, знаете, шансы есть. К моему удивлению. Вот я там уклонился от этой серии. А, собственно, эти лазеры вообще безвредны, которые он очереди стреляет. Типа, можно даже не уклоняться практически. Обалдеть, я даже лекарства не использую по откату. Я тоже так умею. Сколько здесь? Не пора ли тебе уже заканчиваться? Пора. Отлично. Победили. Ну, скелетрона, конечно, призывать сейчас не буду. Минимум надо дождаться следующей ночи. Я думаю, кстати, у нас есть шанс. Хотя, с другой стороны, если скелетрон все-таки окажется сложнее. Еще слитки. А так-то, собственно, результат хороший. Меня радует. Собственно, давайте сейчас подождем. Так, а, кстати. Время сейчас у нас сколько? Где-то нужно дождаться 7 PM. Наверное, где-то так будет начинаться ночь. Опа. Опять забыл. Так, это вырубаем. Подлечи-ка меня. А то чё-то я такой разбитый весь. Так, в общем, давайте вниз поставим артефакты, которые мы, в принципе, никогда не меняем. Кстати, эту эмблему можно убрать. Так. Душа. Душа зрения, кстати. Кстати говоря. Гид. Где гид? Я вроде видел, что он пришел. На третий этаж, точнее, на четвертый этаж год заселился. А, можно отключить защиту. Что я мог, собственно, зайти сюда? Так, крафтинг. Слитки, души. Две обычных линзы и одна продвинутая линза. Сейчас мы сделаем классного саммона себе. Так, а скорее всего его делать где-то на наковальне или... А, тут дверь. Окей. Вот он. Оптический посох. За нами летают маленькие близнецы. С каким уроном? Обалдеть, 31 дамаг. Гоблин, исправь. Я хочу дамаг получше. Нет. Тоже не то. Тем более. Это, в принципе, тоже не то. Так. О, вот это уже то, кстати. По-моему, это максимально. Особенно учитывая, что на затраты маны как-то по большей степени плевать. А я еще могу сделать вот так. И за мной будет 4 глаза летать. Давайте сходим в ту яму, где я пытаюсь фармить себе броню. Мне еще шлем нужно выбить. Этого гладиатора. Ну, правда. Нравится мне вот эта тематика вся, там, древнегреческая, древнеримская. А тут броня есть, которая, собственно, буквально явно на это намекает. Собственно, они этой черепахе жить не дадут. Ну, я, понятное дело, что быстрее ей жить не дам. Все-таки согласись, какая-никакая помощь просто так, это неплохо.
Вот, собственно, в этой комнате я и выбью тот кремзонный ключ. Потом мне сообщили, что пираты приближаются. И я... Опа. Ах ты гады. Гадкая медуза. Кстати, к окаменению нет защиты у щита Анг. Я вообще не знаю, есть ли хоть у чего-то защита от окаменения. Да, вот, собственно, эти гладиаторы. С них там что-то около 5%, по-моему, шанс выпустить. Хотя, мне кажется, я побольше все-таки потратил. О, они, кстати, медузу почти забили. Как эти два спазматизма маленьких просто насквозь разорвали эту мышь с обеих сторон. Не, ну классный на самом деле. Вот я ждал возможности призвать вот этого питомца, так сказать. Особенно если учесть, что я могу двух теперь призывать. Это меня вообще не интересует скелет. Вот меня вот эта, кстати, комната очень напрягает, которая... Ну не комната, вот эта дыра в пещере. Потому что в ней, вот в этом месте, иногда собирается... Один раз там собралось... Даже не знаю, штук, наверное, 10 этих ихоровых чудищ. Ага. Так. Давайте купим. Я там чисто для интереса собираю эти противовес различные. О, слизни падают с неба. И бог на самом деле. Ну что ж, давайте пойдем слизней побьем. Тем более, что все-таки я фармить этих мобов буду за кадром явно. Так, медузи голову надо убрать. Медузи голову — это оружие. Ага. Вся вот эта йо-йошная тематика. Ну, йо-йошки, это я кладу сюда. Текс. Так, на всякий случай давайте врубим защиту. Как-то неохота, чтобы сейчас кто-то из этих умников убил мне NPC. Кстати, классно было бы в хард-моде. На ивенте, вот этом ивенте тоже что-то новое было бы. Это вообще шикарно было бы. Надо, кстати, чтобы гоблины пришли. Чтобы я вам показал, собственно, сражение с гоблинами. Маляр пришел. Где вы? Я их не вижу. Не, ну это вообще здорово на самом деле. Классный питомец, обожаю. Поэтому я так и обрадовался, когда выбил эту черную линзу. Так. Оп, отлично. Слизень ходит. Так, рыбака у нас нет по-прежнему, да? Нет рыбака. Беда печальная. Слизень прилетел. И говорит, здрасте. Король слизней, я уже тебя жду. Собственно. О, выкинул. Тупо выкинул. Так. Забаррикадируем. Чтобы там никто мне не мешал. О, еще слизь. Иди сюда. Я хочу его разрезать. И, кстати, вот эта штука очень быстро ковыряет любого босса. И если, конечно, ну, ковыряло бы, правильно сказать. Стилист. Погоди-ка, стилист?
С каких-то пор она сама приходит. Раньше я точно знаю, что ее нужно было снова ловить. Видимо, это был баг. Теперь просто его исправили. Опа. Я сейчас слизин понабираем огромное количество. Кстати, на единороге не очень удобно сражаться с такими мобами. С маленькими. Где этот умник? А, здорово. Бедный слизень. Я его тупо разорвал. У нас, собственно, вот слизни прекратили падать с неба. Это такой забавный ивент. Давайте скроем, чего уж. Ну, собственно, в принципе, ничего необычного нам не выпало. Собственно, а могло ли? Так, не здесь. Где мне повесить трофей? Пускай тут висит. Так. Усилимся. Еще. Слитков у нас 38. Осталось набить еще немного душ. Страха, по-моему. Это, собственно, вот с этого умника. А, надо череп-то взять. Оп. Сколько мне душ ночит. Обалдеть. О. О, кстати. Угадал, где ему жить. Кстати, давно мы рыбалкой не занимались. И мне тут намекнули, что пени стоило бы, да? Наверное, ты это хотел сказать. Так куда я там скидываю? Так, ну так как сейчас все равно день, и мы ждем прихода ночи. Так, хватит двери закрывать. Можно все равно пойти порыбачить. Давайте эту приманку возьмем. Хотя погодите. А, да, приманка у меня здесь. Так, надо скинуть всю эту ерунду. Так, это кто? Герплинг. В принципе, я уже тут такой висит. Пускай будет еще один. Маска глаза. Ой, с близнецов. Кстати, баннер попугая. В форме попугая. Кто бы сомневался, собственно. Так, декоративная одежда, снова. Ну и теперь идемте в биом светящихся грибов. Где он у нас там? А, вот он. Так, а как нам туда пройти? А, вот так. Вот так нам к нему пройти. Опа. Такс, где вода есть? Ну, в принципе, надеюсь, это этой воды достаточно. Такс. Пока что я могу так далеко закидывать и ловить там. Так, в общем, давайте немножко увеличим дырку. Это ну совсем как-то. Как-то не так. Не, ну так считается, что я ловлю в грибном биоме. Поэтому давайте ее ловить. Пытаться. Так. Давайте посмотрим, здесь я не могу ловить.
Это, видимо, дырка слишком маленькая. Чтоб тебе. Так, или нам... Давайте, кстати, совместим эти водоемы. И вот сюда тоже продлим. Пускай такой большой водоемчик будет. Теперь я смогу в нем рыбачить. Теперь это точно грибной биом. Я же могу в нем рыбачить. Игра. Я могу в нем рыбачить. Черт его знает. А, могут. Так. Удобнее все-таки сюда закидывать, видимо. Лазеры пошли кого-то рвать. Интересно, там было написано Glowing Mushroom Fields, может быть это означает, что я мог его только на земле выловить, а не под землей. Да и на земле все никак не дойду до того, чтобы построить, ну, высадить грибной биом, а видимо не мешало бы. Какой-то скелет там еще живет. А что тебе? Он, кстати, интересно, если надеть на себя полный комплект брони призывателя, всякие там артефакты на увеличение количества, сколько за мной глаз может летать? А, вот, отлично. Все-таки биом считается нужным. Ну и уже почти ночь. А, ты где? Ты к кому в гости пошел? А. Он статуей прикинулся, я его даже не заметил. Трофей золотой рыбки. Пускай у тебя висит. Рыбак все-таки. Фейная золотая рыбка. Молодец. Так, собственно, уже почти время. Так, давайте вот так сделаем. Вот так сделаем, не знаю зачем. А, вот так сделаем. Черепок заберем с собой. Линзу скинем сюда. Надо мусор всякий тоже куда-то скидывать. Оп-оп. Золотые канделябры, ну что, нигде не лежат, что ли? Обалдеть, у них сундука под золотые канделябры. Как так можно? Как я вообще живу туда? В каждом доме должен быть сундук под золотые канделябры. Пускай под лестницей стоит. Тут. На стену не вешается. О, тут ночь, кстати. Так. Так. Вот это надеваем себе. И... Так, ты где? Так. А, собственно. Я пистолет забыл поставить. Так, хватит мне щипать. Когда-то они немножечко не на то решили напасть. Так. Не, надо все-таки уклоняться. Подпрыгивать постоянно, например. Лазер, я так заметил, меня так неплохо бьет. Thank you.
Ой-ой-ой-ой-ой. Что у тебя? Скелетронище. Главный скелетрон. А, я ему все-таки по 60 сношу. Я подумал сначала, что по 5, а по 5 это мой дебаф ему сносит. Так, ну, он постоянно дебафнутый практически. О, кстати, вылазим. Уже скоро раздолбится. У него 44, кажется, если я правильно увидел. Опа. Звезда, что ты не на него упала? С него бы там немножко здоровья. Было бы совсем неплохо. Да, ну давай, давай. Так, мне не нравится. У меня здоровье начинает уходить. Так. С другой стороны, наверное, зря я его сейчас выпил. С другой стороны, какая разница? Пару секунд у нас, кстати, очень маленький, я так погляжу. О, о. Так. Ну, ихром его надо обязательно поливать, на самом деле. Это хорошо, что у меня такой пистолет есть. А я ему одну руку уже разбил, что ли? Да, смотрите-ка. У него уже нет одной руки. Так. Видимо, самая непрочная рука разбилась. Что она намного раньше других закончилась. А, я совсем забыл про этих. Что он не просто машет своими руками, пытается именно меня убить. Как бы это ни было логично. И как бы ни было нелогично, зачем он это делает. Так, ну, собственно... А, у него уже две руки кончились. И... А, нет, еще не кончились, смотрите-ка. А, бах, я совершил. Рука рухнула. Так, ну, собственно, уже он, можно считать, превратился в безобидного котенка. Ну, условно безобидного, конечно. Самые опасные руки кончились. Ведь когда он крутится, у него, я не помню точно, то ли защита увеличивается, то ли в ноль уходит. Так, сколько мы сейчас снимаем? Да хватит. Тупая хренотень, а? Тупая пила прайма. Сколько? А, все. Не, мне кажется, защита все-таки уменьшается у него. А, и у него иммунитет к этому горению. От этих ножиков. Ну, в принципе, логично. Железка все-таки. Почему на железку должен действовать какой-то магический огонь? Хотя по той же логике, почему нет? Это пистолет, по-моему, больше урона сносит. Иди сюда. Котенок мой, безобидный. Хм, а почему уже светлее, что ли? Я так долго с ним сражался. Отлично. Так, отлично. А, у нас... Теперь появилась возможность идти в джунгли. Че, не возможность, а смысл идти в джунгли. Так, этому нужна еще одна шметка этой железки.
где живет этого чертового скелетрона. Ой, не скелетрона, а близнецов, куда я дел. Это с уничтожителя. Тут я не вижу больше ничего радужного. Так, за его дело. Так, непонятно. Может, три платины у нас. Какие мы с вами суровые стали-то. Так, я не понял тогда. И что, еще раз нужно близнецов убить? Из-за того, что я потерял... собственно, я не умею с собой. Гениальный человек, согласен. Так, гид. К черту тебя, гид, иди-ка ты жить на первый этаж, ты меня достал. Так, ну опять снимаем уровень защиты. Идем сюда. Опа, где гид? Я не понял. Гид. Он уже там. Да чтоб его. Подорвал. Гид, я сейчас вызову стену плоти. За такие шуточки. Где это делается? Мифриловая наковальня. А ну так и... Один ошметок. Второй ошметок. Так, а третья ошметка и куда дел? Гениально. Вот она. Собственно, наша вагонетка. А, не те рельсы. Такс, вот такая вот у нас хитрая система. А если я сделаю тут вот так? И вот... И разгонюсь до максимальной скорости. Не, ну быстрая вообще штука. Ну, собственно, ради этого мы и убивали трех боссов. Я не помню, как она действует. Но она умеет атаковать противников, допустим. Ну, в общем, такая вот у нас вагонетка есть. В следующей серии мы с вами пойдем в джунгли. Ну, нет, не для того, чтобы сражаться с мадам Плантерой. Только для того, чтобы... Собственно, как минимум нам еще здоровье нужно на сотню поднять максимально свои. Ну а я на этом благодарю всех за внимание. В этой серии мы с вами сделали довольно-таки хорошую вещь в виде убийства двух других железных боссов. И... Оставляйте свои комментарии. Собственно, продолжение будет в следующей серии, что логично. И пойдем с вами вот сюда. Так, на первый взгляд я не вижу, пока, кстати говоря, бутонов этих мутирующего цветка переростка. Но это и не суть важно, конечно. Я, в общем, благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч в следующих видео.